Всем привет! С большим удовольствием хотел бы с вами обсудить самые перспективные дистрибутивы Linux в 2017 году. Прошу прощения за мой кашель. Итак, я разделил основные дистрибутивы на три ветки. Просто очень важно разделить на ветки. Итак, самое первое, на что вы должны обратить внимание, это на три дистрибутива: Debian, SUSE и Red Hat. Debian может быть как серверным, как и домашним дистрибутивом. SUSE, по сути, больше домашний дистрибутив. Он есть в редакции SUSE Enterprise и SUSE Open SUSE. То есть обычная, то есть свободная, точнее бесплатная версия. Я сейчас объясню почему. Также есть Red Hat. Это довольно мощный корпоративный дистрибутив с платной поддержкой. Есть его бесплатная версия Fedora. Там всегда самые свежие пакеты. Вот, то есть, по сути, это испытательный полигон. Аналогично с OpenSUSE. То есть, есть SUSE Enterprise, а есть OpenSUSE. От Debian отходит самая популярная ветка вообще в мире GNU Linux. Это Ubuntu. От Ubuntu отходит еще 1000 веток, бесполезных совершенно, но есть действительно одна ветка, как бы я ее ненавидел, но она, по сути, своей великолепна тем, что создала такую дружелюбную среду для новичков. Это Linux Mint. Там есть Cinnamon, такая оболочка, которая выглядит, в принципе, как Windows. Хотя Windows не является, просто внешний вид очень похож. Есть еще Mate, это форк обычного Gnome 2. Ну, Mate уже много где приустанавливается, как и Cinnamon. Ну, традиционно Mint очень любят. Но все же Ubuntu является более массовой системой. Почему? Считается, что Ubuntu это именно дистрибутив с графической оболочкой Unity. Или же по старинке Gnome 2. Нет. Есть Xubuntu, это с оболочкой XFCE, Ubuntu с KDE, Xubuntu, то есть Lubuntu с LXDE. И всяческие буджи сейчас уже появились. То есть это такая вот целая массовая культура с большим количеством дистрибутивов. Есть еще учебная версия Ubuntu. Ubuntu специально для кинотеатров. То есть массовая, огромная, даже и версия для китайцев. Представляете? Далее. Это были массовые, популярные дистрибутивы, на которые в первую очередь нужно обращать внимание. Следующее. Популярные российские дистрибутивы. Их всего лишь два. Один основан на Mandrake, это Altlinux. Второй дистрибутив основан на Mandriva. А точнее, полностью есть Mandriva, выкупленная с потрохами. Mandrake это и есть Mandriva, то есть Mandrake в будущем будет переименован в Mandriva. Вот такие вот дела. Два дистрибутива. Их гораздо больше, но именно эти два дистрибутива являются более массовыми. Есть еще одна ветка Debian, называется Astra Linux. Это, ну, более военный дистрибутив. Есть еще всяческие ветки от Red Hat. Ну, о них мы не будем сейчас вообще говорить. Самые задротские дистрибутивы в плане, ну, как вам сказать, гиковские. То есть дистрибутивы для тех, кому нечем заняться, или же они профессионалы по сборке собственных дистрибутивов, пакетов. У них очень много времени. Это слаководы, арчеводы, гентоводы. Вот. Хотя в данных дистрибутивах появилось более, точнее, огромное количество дружелюбных веток, только от Арча достигла популярности ветка под названием Manjaro. Почему ветка? Потому что там как минимум уже от дистрибутива, наверное, есть три версии с разными графическими оболочками. Действительно, очень популярный дистрибутив. От Slaki там есть Zenvalk, всячески много. И от Genta есть один даже наш отечественный дистрибутив. Тем не менее, все они особой популярностью не пользуются и дружелюбностью. Вот. Особо отметился дистрибутив от ЛГБТ-сообщества Antegras. Здесь я хочу прочитать название пакетного менеджера. CNCHI, чувак даже на форуме написал ЦИЦИ, я не знаю к чему это, но говорят, что именно вот данный дистрибутив пропагандирует GNOME 3 и является лицом ЛГБТ-сообщества мирового. Я не гомофоб, вот, но все же, как бы, ну, я считаю, что нужно обращать внимание на основные дистрибутивы именно для домашнего использования. Вам вот есть на выбор три ветки: Debian, SUSE и Red Hat. Посмотрите в эту сторону. В принципе, есть два фронта на домашних компьютерах. Это Debian Bus, Deb и RPM Bus. Я постепенно с каждым видео
все меньше начинаю снимать обзоры на огромное количество разных субъективов. Я хочу разделить их на монстров. То есть оставить в конце концов 5-6 дистрибутивов основных, а остальные просто слить унитазом в ноль, вниз, убрать их нахрен. Потому что они не нужны. Они нахрен, простите за мат и злость, это просто кровосиси, то есть это нахлебники. Они не пишут никакой код. Они просто ждут, когда вот эти монстры напишут код. А потом создают свои вонючие вот эти антегросы и многое другое. Поэтому, новички, есть три ветки. Остальное все просто слив. Debian, SUS, Red Hat. И есть еще три задростки дистрибутива. Slack, Arch и Genta. Есть отечественные дистрибутивы. Оба основаны на Mandriva. Alt и Rasa. Все, остальное не нужно. Спасибо за внимание.